Мне, честно, вообще похуй. У меня вообще, знаешь, чувства вот эти все упали. Когда-то... Обесточились? Ну, как это сказать, порог вот этот вот. То есть мне уже никого не жалко там. Ну, блядь, мне вообще похуй. А себя? А себя нечего жалеть. Почему? А что мне себя жалеть? А семья? Ради нее. Какая семья? Ребенок. Мама, ребенок. Папа. Мама мне сказала, ты мне не сын больше. Отец сказал такую же хуйню. Поэтому, ребята, бля, сосите хуй. Вот так я передаю своей семье. Не надо.